Человек может выражать себя через танец. Танцуя, раскрывается его душа и владеющие им чувства, будь то уважение, восхищение, страдание, нежность или любовь. Бальные танцы – это мир страсти и грации. Они вошли в моду еще в конце 18 века, тогда они были привилегией высшего общества. И только с начала века 20 возникли публичные танцевальные залы, куда мог прийти каждый. Бальные танцы – это целый мир. Сегодня стать его частью несложно, если иметь определенные способности. Лучше открывать для себя этот мир с детства. В школе танца Валдеса Шкутанца детей принимают с 5-6 лет. В этом возрасте малыши, как правило, подвижны и эмоциональны. А занятия бальными танцами развивают у них чувство ритма, музыкальный слух и артистизм. Танцы не только веселое занятие, но и полезное. Ритмика способствует формированию правильной осанки и укреплению мышц спины. На занятиях классической хореографией дети учатся владеть своим телом, становятся более гибкими и пластичными. В школе танца Шкутанца всем азам танца учат только чемпионы. Здесь работают только люди с высшим педагогическим образованием. Второе. Здесь работают только чемпионы Латвии. Обучение начинается с азов. Освоение основных принципов свободного движения под музыку. Затем уровень сложности и физическая нагрузка повышаются. И чем дальше идет обучение, тем больший акцент делается на танцевальной композиции. Сначала на самые простые, а затем и на более сложные и красивые. На этом этапе маленькие танцоры уже участвуют в соревнованиях, которые проводит Латвийская Федерация Спорта. В этом году мы уже проводили 2 турнира. И я думаю, что это будет как традиция, что Шкутана Day School будет проводить 2 турнира. Один будет Салспилс Новодекаус. Почему Салспилс? Это просто мой родимый город. А второй турнир будет в выставочном центре Типсала. Это уже будет большой, как бы международный турнир. Начинать заниматься бальными танцами не ради спортивных достижений, а для души можно в любом возрасте. Если вы независимая женщина и не хотите танцевать с партнером, ведь мужчина всегда ведет в паре, выбирайте одиночные танцы. Для вас в школе танцев проводят женские вечера. А если ведущая роль партнера вас не пугает, берите с собой на занятия вторую половинку. Вместе вы сможете познакомиться с романтическим вальсом, освоить экспрессивное танго, научиться танцевать динамичный джайв и просто хорошо провести время. Ко мне приходят на частные уроки также пары, которым в 60 лет они приходят. Да, можно сказать, пенсионного возраста. А почему не прийти просто с женой и не потанцевать? После выхода многочисленных танцевальных шоу со звездами, танцы стали гораздо популярнее, чем раньше. Они заряжают эмоционально и физически. Танцоры двигаются по паркету, словно летят. Но сколько в эти изящные, едва уловимые движения вложено сил? Но нагрузка в танце распределяется равномерно по всем группам мышц и, кроме того, тренирует и укрепляет сердце. В школе Шкутанца ломают стереотип, что танцы – дорогое удовольствие. Цены здесь вполне приемлемые. Для удобства родителей, ожидающих детей, уголок отдыха с телевизором – бесплатная стоянка для машины. Оплатить занятия можно кредитной картой. Пользователям карты Nordea и Norvik скидка 20%.